Для главных редакторов, директоров местных телеканалов и интернет-порталов это возможность лично познакомиться с каждым вице-губернатором, задать интересующие вопросы и наладить контакты для сотрудничества. Чтобы мы собирались не таким широким кругом, а чтобы один вице-губернатор и какое-то количество приглашенных СМИ, потому что вопросов каждому из вас есть очень много, и общих, и частных. И если бы мы, например, там раз в квартал или раз в полугодие имели возможность встретиться с каждым из вас отдельно. Что касается вашего предложения, оно абсолютно правильное. Значит, мы должны ввести систему брифингов ежемесячных, касающихся не только вице-губернаторов, но и министров, отвечающих за свои ведомства. Значит, короткие брифинги, ответы на самые актуальные вопросы должны стать системой. На первой встрече говорили о сельском хозяйстве, Формуле-1, строительстве и об информационном поле в регионе. И договорились, что со следующего года общение с прессой станет регулярным.